Здравствуйте, уважаемые любители бокса. С вами Лев Тартенес и мой наставник, заслуженный мастер спорта Владислав Антонов. Здравствуйте. Мы начинаем серию уроков, посвященных боксу. На этих уроках мы покажем приемы, технику бокса. Также это касается не только мужчин, но и женщин. Сегодня мы развиваем взрывную силу за минимальное время выполнить упражнение с максимальной мощностью. Перед данной тренировкой необходимо уделить внимание разминке плечевого пояса, чтобы не было травм. Бой с тенью – это одно из классических боксерских упражнений, которое необходимо выполнять на каждой тренировке. Оно позволяет моделировать бой. Также это упражнение можно назвать в некоторой степени идеомоторным, потому что ты представляешь, как бой происходит на самом деле. Воображаешь себе противника, с которым когда-либо работал, либо видел, как он боксирует. Можешь какого-то великого боксера представить перед собой. И работаешь, подстраиваясь под его стиль. Вариативными. Можно выполнить отжимания с одним хлопком, двумя хлопками, с хлопками об грудь, с хлопками за спиной, с хлопками об бедра. Тут в зависимости, как готов спортсмен. С узкой постановкой рук. Отжимания с оттопленными хлопками. Отжимания с отталкиванием, с хлопками. Широкой постановкой рук. Отжимания с руки на руку. Скоростные подтягивания разным хватом. Узким хватом. Широким хватом. Обратным хватом. С хлопками. С разным хватом. И нужно выполнять с разным хватом.
часть нашей тренировки подошла к концу. Сейчас мы продемонстрируем вам основные упражнения на пресс, которые выполняются после тренировки. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось, пожалуйста, занимайтесь боксом, это же здорово. Я не знаю, каждому свое, как говорится. Вот так. Специально для боксерского портала «Ударники» и спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.